Продолжаем опыты. Сейчас заряжаем АКБ импульсным большим током. То есть заряжал малым, на малое, как говорится, это, на малое, ну там было 10 секунд работ, 30 секунд или 20 секунд выключено. А сейчас большой ток, сразу вброс идет. Вот этот. Вот это я нашел старый какой-то на 120 ватт, 15 вольт подаю, 120 ватт, подаю я, значит, 4 секунды всего, то есть брос делаю, брос тока, импульс, 80, то есть 1,20, 80 секунд отстой идет, посмотрим, как зарядится, может быстрее, чем... В прошлый раз заряжал-то долго было, сутки там что-то, за сутки зарядил на 60%. Сейчас вот посмотрим, вот сейчас вот начал репортаж, к вечеру, значит, к вечеру, посмотрим, сейчас 2 часа, часов 8, а завтра дам еще ролик, чтобы это... сообщить, как этот эксперимент закончился. Вот сейчас смотрите, вот видите, 43 секунды еще он должен, значит, это работать, то есть 43 секунды откатывается ток назад, ток берется из сети, большой импульс 120 ватт сразу, вот. А потом 80 секунд, одна минута или одна минута 20 секунд откат назад идет. Вот сейчас посмотрим. Вот видите, 17. Вот он откатил, видите, откатил, счетчик на риске стоит, как видите, по риске. Осталось вот 5 секунд. А сейчас будет, вот он пошел, видите, счетчик пошел. Стоп, и назад будет откатывать 80 секунд. То есть ток берется и возвращается назад. Почему это происходит? Да потому что нам неправильно объясняли по физике. Нам объясняли, что как бы ток забирается весь. Нет. Ток — это как зажигалка. Горит сама, вот сейчас вот в данном моменте, это ток — это огонь, горит сама батарея. Вот я ее зажег, 120 ватт туда. Она дает большой импульс тока. Вот, и заряжается это время. Ну вот как дрова вы зажгли, допустим, дрова. Зажгли дрова. Вы же не держите постоянно это самое, фитиль. Дрова начинают это самое разгораться. Так и здесь. Разгорается вот этот выпрямитель, разгорается батарейка. Мы подержали 4 секунды, она разгорелась. 8 секунд, она потихоньку горит, остывает. Возвращается ток назад. То есть ток она не берет. Она только берет для разжига. Это то же самое, что электричество, как я выяснил, это огонь, значит, это то же самое. Что и в печке, что и здесь. Вот. Энергия одна и та же. Тепловая энергия, как говорят, механическая. Такая, сякая, всякая разная. Вот сейчас опять пошел. Вот, пошел. Отодвинулся. Вот сейчас подождем. Подождем, вот будет 80, сейчас 65 секунд, как вы видите, на экране. Ну, по реле, значит. Реле вот эти вот. Твердотелое тоже, как говорится, дерьмо спалил. Вот сейчас еще нашел два реле. Просто китайских обычных. Не знаю, насколько их хватит. Ну, твердотело сегодня утром спалил, так как заряжал их большим током. То есть это. Хотел, значит, проводил опыт по этой самой. По двигателю, чтобы двигатель, ну, сразу большую силу давал. Хотел сделать, чтобы большая сила была. То есть у меня сейчас вопрос-то, в общем, в силе.
Сейчас посмотрим, если такими импульсами пойдет нормально, значит, это уже, как говорится, вопрос будет почти закрыт. То есть вечером посмотрим, завтра утром дам ролик, объясню, что вышло с этого. Ну вот сейчас, видите, вернулась на место. Пошло опять. Ну все, на этом заканчиваю репортаж. Это первая часть. Вторая часть, как говорится, по результаты опыта уже будут завтра. Наверное, с утра или с обеда.